появились кое-какие камни. Решил на кучу малу бросить. Ну, это кварц Южикова с мусковитом. А этот камень большущий. Можно, конечно, располовинить, может там что-то есть. Но это когда время будет. Пока добавим. Это черный мрамор. Месторождение Першина. Это не знаю, что Малышева. Опять же, пигматит с мусковитом Южикова. А вот это другой. Это тоже, а это ага, кварц, вон пигматит, видно, с мусковитом. Это телефонка, Адуй. Ну, это небольшая щеточка с копигема октябрьская. Гранатик кварц, копи гранатовая, Костоусова. Это оттуда же. Так, не шевелится. Тоже мусковит такими красивыми пачками. Мне очень нравится. А здесь вот гранатик сидит, сидел. Тоже кот гранатовая. Еще раз. Кот гема. Кварцевая щетка. Халцедон. Ну, это пигматит. Пигматит характерный. Он биотит. Это кубь Занора Южикова. Это давно лежит. Это, по-моему, офиокальцит. Откуда, не знаю даже. Копгема. Кварцевая щетка. Еще одна. Оттуда же. Пигматит. Кварц. Кварц. Да, актинолит асбест, там это Горбуновская. Кубгема. Южикова. Пигматит с мусковитом. Еще раз как гранатовая. Вот так вот, если расколоть, скорее всего, там в кварце еще есть. Но эксперименты это уже потом будем делать. Мусковит. О, красота какая. Это что там? Дымчак, что ли? Ну-ка, пока его отложим. Медно-рудианская. Хризокола. Ну, в общем, медная зелень. Это шпат. Шпат. О, вот она. Видите, блестючий какой-то, занорный шпат. Именно вот этим вот своим шероховатостью в сторону занора. Это другая сторона.
это что? Да, интересно, конечно, копии. Гранатовые могут быть гранаты. Видите, отпечатки какие. Больше сантиметра даже. Ну, это яшма глинская. Тоже пегматит. Вау. А это... Ну, это уже история, наверное. Кварц рубашки, альбит, копь казиха, октябрьская. Все там засыпано. Отложу его. Крокоид. Первомайско-зверевское месторождение. Ну, это прошлогодний сбор. А нынешний не этот. О. Халцедон. Халцедон Ежакова. Вот тоже халцедон ежаковский. Не понял. Вроде как медная зелень. Непонятно. Гадость какая. Тоже халцедон. Вау. Крокоид. Крокоидовая побежалость. Первомайско-Зверевское месторождение. Тоже кварц, крокоид. Непонятно. Непонятно. Не сказал бы, что это Первомайско-Зверевское. Скорее, барские ямы, но... Опять же, не уверен. Пегматит. Кобзанора. Гранат, кварц. Кубь гранатовая. Вот в кварце сидят гранатики. Мелкие. Они симпатичные, прозрачные. Вот видите, вот он. В кварце прямо. Ежакова. Крокоид. Первомайско-Зверевская. А зелененькая, это, видимо, вакеленит. Из той же оперы. Нравится мне, когда вот так вот поблескивает. Здесь вот это. Шпатик, шпат. Не ясно откуда. Вот видите, сколько с гранатовой-то копий. Как гема. Интересный образец. Отложу.
Тоже халцедон. Яшма. Халцедон. Так называемый икряной камень. Вот он каких цветов бывает. Вот такой голубоватый и коричневый. Медно-руденская. Копгема. Первомайско-зверевская. Крокоид. Ну, вы уже поняли, что тут есть. Тоже. Оттуда же. Вот он, каркаитик в кварце. Вот каркаитовая побежалость. Что гранат. Вау. Это не знаю, это же техноген. Техноген. Руда какая-то. Это Малышева. Следит. Не вижу берил. Может и есть это. Интересный какой шпатик. Мусковит. Пигматите. Вау. Чего себе играет как. Ну вот интересно этот пигматит. Скопий Занора Южакова. Резирует так. Ну, это халцедончики. Крокоид. Это все крокоид, а тут вот зелень какая-то. Вакеленит, наверное. Понятно. Какой-то кварц. Это мрамор. Плашка мрамора. Не знаю, откуда она прискакала, но не наш, не местный. Оба-на. Вот так вот старье разбираешь. Уже и жилы-то нет. Завалено. А образец найдешь. Это убит. Дровит-увит. Жила дровит-увитовая липовка. Еще что-то там. Ну, хризоберила не видно. А может и есть где-то тут. Крокоид. Вот еще одна пляшечка. Когда надо было, тогда не знал, что здесь есть. Это все из той же оперы. Это офиокальцит. Это медный купорос.
сверху отмоет его. Да. Ну это корунд Потанина горы. Отложу его. Ну вот это кварц барских ям, это ясно. Это ясно. Крокаита там не видно только. Перелив шайтанский. Кварчик какой. Вот такие халцедончики. Шпат тоже из анонного кармана. Кварц пигматит. Ну это Горбановская. Актиновит асбест тут в этом. Кварчуга. А это шерлы здесь. Липовские. Шпат розовый. Ежакова. Вот актинолит асбест видно на кварце. Отложу. Перелифт. О, какой шарл. Шпатя рассыпчатый. Там такая штука получилась.
Это что-то малахитовое. А может, агелит. Ну, медно-руденская. Ну, в общем, и так далее.